Привет всем! Мы в Ахалкалаке. Сегодня 24 сентября. Вчера было день рождения Володи Зокунян. Сегодня мы хотим поздравить его день рождения по видео. Он сейчас находится на территории Сурбхач. Сейчас подойдем, посмотрим. Этот человек работал всю свою жизнь на Ахалкалаке и в советское время, а в последнее время он сейчас не работает. Но все равно надо его поздравить с событием дня рождения. Это будет на территории сейчас Сурбхач, церкви. Наша церковь. Пойдем посмотрим, он там сейчас или его оттуда бы завербовали. Привет, 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 привет. Куре запуняна, Келева? Два года. Уре? А, вон он на остановке находится. Мы спросили у ребят, они знают, где он находится. Барьер, барьер. Так что мы только будем снимать радостные новости. Что происходит в Ахалкалаке сегодня? Привет, привет! Я вас нашел, господин Зопунян. Ваше день рождения было вчера, 73 года, мы поздравляем. Я хочу, чтобы все видели, кто находится за пределами Ахалкалаки, тот тоже пусть поздравит. 73 года человеку. Кохе? Туда хосе? Кохе горцкене, сеска хосе, мы спадим кенем. Да, ишь горцкене. Дружбам ми хосе армик. Все. Его дети находятся вдалеке, пусть посмотрят, увидят, что сегодня день рождения папы. Что вы хотите предложить, сказать? Амани жлаве. Саветтаны. С днем рождения, брат. Вот это Ахалкалаки, радостные новости. Вот армия говорит, 100 лари давай. Пусть пришлют тебе твои родственники 100 лари и ты отдай ему. Ну давай, пока-пока. Будем всегда. Абрис. Наше родное место Джавах, мы всегда заботимся о Джавахе, хотим, чтобы всегда лучшее происходило здесь. Володян, так что с днем рождения, живи век! Спасибо. Живи век, спасибо от всех, спасибо всем от тебя, да? Да. Пока-пока, подпишитесь на канал, радостные новости.